Привет, мои любимые девочки! Нас сегодня ждет несложная, но интересная тренировка. Будем прорабатывать мышцы ягодиц и внутреннюю часть бедра. Я вам напоминаю, чтобы вы обязательно перед каждой тренировкой делали разминку. А теперь начинаем тренировку. Первое упражнение – это будет сквот с подъемами на носки. Исходная позиция – ноги на ширине плеч, носки слегка разведены в стороны. Отводим таз назад, давим на пятки, приседаем, руки перед собой, встаем, прожимая ягодицы и поднимаемся на носки. Еще раз присели, прожали ягодицы, встали и поднялись на носки. Делаем таких 15 раз. Между подходами будем отдыхать по 30 секунд. Всего будет 3 подхода. Сразу приступаем к первому упражнению. Начинаем. Таз отвели назад, присели, поднялись на носки. Когда садимся, давим на пятки, не забываем. Отлично, отдыхаем 30 секунд и приступаем к второму подходу. Начинаем второй подход. Исходная позиция ноги на ширине плеч, носки немного в стороны. Приседаем 15 раз. Поднимаемся на носки. Первое упражнение у нас совсем не сложное. Оно такое разминочное, разогревочное. Чтобы разогнать нам молочную кислоту, скопившуюся прошлой тренировки. Главное, сконцентрируйтесь на том, что вам нужно прожать. Прожать вам нужны ягодицы. Супер, отдыхайте 30 секунд. И третий подход в первом упражнении. Ноги на ширине плеч, носки разведены. 15 раз приседаем и поднимаемся на носки. Таз отводим назад. Когда садимся, жмем на пяточки. Наверх поднимаемся за счет ягодиц. Встаем на носки. Замечательно, отдыхайте 1 минуту и будем делать второе упражнение.
первого упражнения нам понадобится коврик. Вообще всегда перед тренировкой желательно иметь рядом с собой гантели, утяжелители, коврик, ну и в нашем случае стул еще. Исходное положение. Ложимся на коврик, на спину. Ноги сгибаем, притягиваем к себе. Колени у нас будут разведены, носки врозь, пятки сводим вместе. И давим пятками параллельно полу, при этом сводим колени, но носки также врозь и пятки вместе. И возвращаем в исходное положение. Можете подложить руки под ягодицы, чтобы снять нагрузку с пресса и поясницы. Еще раз показываю. Колени разведены, пятки вместе, носки врозь. Жмем, соединяем вместе колени и возвращаем обратно. Таких делаем 15 раз. Отдыхаем также 30 секунд и делаем 3 подхода. Начинаем сразу первый подход. Ложимся в исходную позицию. Ладони под ягодицы можете положить. Колени развели. Пятки вместе, носки врозь. Поехали 15 раз. Жмем. На выдохе делаем упражнение. Носки всегда постоянно врозь. Пятки вместе. Колени в исходном положении врозь. Когда выпрямляем, вместе сводим. Замечательно. Отдыхайте 30 секунд и будем делать второй подход. И приступаем ко второму подходу, ко второму упражнению. Легли на спину, ручки подложили под ягодицы, ножки согнули, притянули к себе, пятки вместе и поехали 15 раз. Колени свели, развели, свели, развели. Носки в стороны смотрят. Выпрямляем ноги и жмем. Отлично. Отдыхайте еще 30 секунд. Последний подход по второму упражнению. Легли на спину, руки под ягодицами, ноги согнули, пятки вместе, носки врозь, колени тоже развели максимально и погнали. 15 раз. На выдохе
Отлично. Проработали не только ягодицы, но еще и пресс. Теперь отдыхаем одну минуту, не убираем коврик и готовим стол. Третье упражнение – это будет ягодичный мостик с опорой на стул. Желательно взять либо мягкий стул, либо что-то подложить, чтобы вам не было больно в спине. Облокачиваемся на стул примерно до границы, где заканчиваются лопатки. Можно придерживаться за спинку стула. Опускаем таз вниз, растягиваем ягодицу. Затем поднимаем ее, выталкиваем таз и прожимаем ягодицы максимально верхней точки. Опустили, растянули, подняли. Продавили обязательно. Делаем таких 15 раз, отдыхаем 30 секунд. В исходную позицию. Начинаем первый подход в третьем упражнении. 15 раз опускаем таз, растянули. Прожали. Растянули, прожали. И хорошенько прожали последний раз. Отдыхаем 30 секунд. Заняли исходную позицию. Кому необходимо, держимся руками за спинку. И поехали, 15 раз. Опустили, растянули ягодицу, подняли, прожали. Прожали. Последний раз. Молодцы. Отдыхайте 30 секунд и будем делать последнее упражнение. Последний третий подход в третьем упражнении.
Растянули ягодицы, прожарили. 15 раз делаем. Улыбаемся, дышим. Зафиксировались, прожали хорошенько. Отлично. Следующее упражнение у нас будет на коврике, поэтому коврик не убираем, стул можете убрать. Отдыхаем сейчас 1 минуту и продолжаем последнее упражнение делать. Последнее, 4-е упражнение. Это будут махи ногами плюс сгибание в коленях. Ложимся на коврик на спину. Ноги сгибаем и притягиваем к себе немного. Колени смотрят при этом у вас вверх, ровно в потолок. Выпрямляем ноги. Делаем мах в сторону, сводим и сгибаем в коленях. Выпрямили. Мах, сли, согнули. Мах делаем подконтрольно, аккуратно, чтобы не повредить связки. Делаем таких 3 раза. Между ними отдыхаем 30 секунд. И делаем по 15 повторений. Заняли исходную позицию, легли на спину. Ноги согнули, притянули к себе. Колени вверх смотрят. И поехали 15 раз. Отлично. Молодцы. Отдыхайте 30 секунд. И начинаем 2-й подход последним упражнением. Легли на спину. Собрались. И 15 раз поехали. Ножки выпрямляем до конца. Как струнки они у вас должны быть натянуты. Мах делаем аккуратно,
останавливаем за счет мышц. Очень хорошо прорабатывается внутренняя поверхность бедра, чтобы она была подтянутой, красивой. Отлично. Отдыхайте 30 секунд, будем делать последний повтор. Последний подход к последним упражнениям на сегодня. Легли на спину. Ноги согнули, притянули к себе. Колени смотрят вверх в потолок. И поехали 15 раз. Умнички мои. Все, мы закончили на сегодня тренировку. Отлично позанимались, я довольна. На самом деле, такие тренировки не менее важны и эффективны, нежели тяжелые тренировки с весами, например, такая, как была вчера у нас. Поэтому теперь с чувством выполненного долга идем восстанавливаться, отдыхать, улыбаться этому миру. А я жду вас завтра на наше ягодичное свидание.